Так, у нас стелс навигатор 530, в идеальном состоянии, все хорошо. Каретка на шарах, открутить не можем, все шлицы срывает. Привариваем вот так вот рычаг. То есть, ну, какая мастерская без сварки, и болгарки, и кувалды и так далее. То есть, обварили полностью вот этот квадрат. Он сейчас весь нагрелся, там расширилась вся грязь. Сейчас мы в ВДшечке пшикнем раскаленное, она там все смажет у нас хорошо. И потом возьмем, наденем обычный шатун. На шатун уже наденем длинную трубку, метра 3, чтобы прям вот, ну, развернуться было хорошо. И открутим просто от руки. От температуры вся грязька там расширяется, каретка расширяется. И вот так вот это выглядит. Все приварено, все откручено. В принципе, даже усилий-то особых не надо было прикладывать. Небольшой удар молоточком, потихонечку от вибрации все это пошло. Теперь сейчас у нас есть грязная обезжирка. Сейчас мы все там помоем, посмотрим, насколько там живая резьба. И покрутим новую кареточку туда на промах. Затем мы вкручиваем сначала каретку от руки, проверяем, что резьба хорошая. Если резьба хорошая, что закручивается все замечательно, проблем никаких нет. Видите, как все разбито здесь было изначально. Мы выкручиваем каретку и уже на смазку. Если железная рама, то на любую смазку. Видите, сколько там внутри ржавчины. На любую смазку все это сильно-сильно намазываем, чтобы это все не ржавело.